Студенческий капитал. В России предложили выдавать по 500 000 рублей выпускникам вузов и колледжей. Так, выпускникам вузов будут выдавать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тысяч рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать учащиеся очных отделений, получающие образование впервые. При этом получить капитал студенты могут независимо от того, учились они платно или за счет бюджета. Использовать капитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели – оплату проезда, аренду жилья или на открытие своего дела. Организацию и порядок выплат будет определять правительство.